привет, ребята! Мы сегодня весь день проводим время вместе. Кушаем, едим, смотрим мультики, фильмы, танцуем, играем, спим. Да, Ванюш? И сейчас наш папа делает нам зеркало. Будет устанавливать в коридор. Да. Так, наша красавица ползет. Ну давай. Ползет и ноет. Она спать хочет. Мы сейчас не укладываем ее, потому что уже сейчас пойдем в магазин, в супермаркет. И плюс гулять. Давай, вставай. Вставай, Анечка, вставай. Давай ручку. Давай ручку, вставай. Не? Вставать будешь? Давай. Поэтому она немного не в духе. Но ничего, да? Сейчас папа закончит. Мы просто ждем, папа нам установит зеркало. И все. И идем. Моя дочка, девочка моя, спать хочет. Биг баг баг, биг баг баг. Что, слазишь? Нет, я буду так ехать. Будешь так ехать? Да. Ты же высоко. Да, очень. А я хочу типа на подставке. Мама! Мам! Да. Мам, смотри! Смотри! Ура! Угу, вижу. Все, ребят, мы закупились. Что-то мы не думали, что столько возьмем, но так получилось. Ваня с двумя сумками. Ванюшка на коляске сидит. И вот здесь одна сумка. Анюта. Еще мы зашли в китайский. Там тоже кое-что докупили. Там потом дома уже покажу. И вот такой вот сэндвич везем домой. Ой. Ну, не стали мы. Мы не хотели брать машину. Нам домой близко. Да, можно вот так пойти. Слушай, я думаю, может тоже повесить? Ну да. И понести только одну, повесить вот сюда. И нормально. Пока мы идем с горочки, нормально. Но, блин, когда нам нужно будет подниматься в горочку. Остановись, прицепим эту сумку. А что, когда мы идем там, будем делать что? Где? Это дома. Будем разбирать. Нужно приготовить, покушать. А что? На почту. Лучше бы ты меня спросил, что ты будешь на еду. Ужинать чем будешь? Я хочу. Не трогай. Откидывайся назад. Сейчас коляска перевернется. Сиди. И полетишь в стратосферу. У нас тут уже снег летел. А сейчас ну, остановила. Так оставь одну. Я не хочу на землю ставить. Она мокрая. Подержи. У нас тут мокро немного. Был снег. Сейчас опять нету. И вообще у нас сегодня последний день плюсовой температуры. Потом целую неделю будет минус. Коляска у нас, конечно, загруженная. Вот эту сумку тоже можно вот сюда, где сумка. А, чтобы коляска не сдохла. На эту сторону? Не, вот здесь. И вот здесь ее закрепляешь. Все едут на коляске. Сиди, не дергайся. Да? Вот так, снизу. Да, или вот сюда. Дотянется? Сейчас будем ехать. Анюта недовольна, что мы стоим. Мы вообще вместе будем ехать в коляске. Да. Можно с вот этой вот завязать. Я так и с другой. Ваня развлекает Аню как может. Это же гениально. Лифт нас точно не поднимет коляску. У нас просто лифт в доме. У нас их два. Один лифт хорошо работает, а второй лифт вообще не хочет. Мы ее еще так не грузим. Поехали. Да.
Вот. А я сегодня надела свое новое пальто, кепи, ботиночки. Тепленькие. Ой. Красота. Смотри. Смотри, какое платье. Это мастерская. Мастерская какая-то. Какая игрушка? У нее руки закутаны. Сегодня воскресенье, много что закрыто. Смотрите, какой дом красивый. О, кстати, здесь в центре мусорки есть баки. Там, где мы живем, у нас баков нет, их вечером выставлять. Вообще нет. Не, нежелательно. Не надо кричать, сынок. Почему? Домой в Испанию приедем, и будешь там в лесу, да, кричать. В лесу будешь кричать, а тут не надо. Копи силы. А здесь почему нельзя кричать? Потому что ты будешь мешать другим людям. Да, вдруг кто-то отдыхает. Кто-то спит, кто-то работает, вот, сынок. Смотри, видишь, сколько квартир? И в этих квартирах, вот в домах, живут люди. Ты будешь кричать и им мешать. Нет, мама же на улице. Да, но это не значит, что нужно кричать во все горло, как ты это любишь делать. Любишь кричать? Конечно. Это что, мы уже на улице? Да, нам нужно заехать. Вот. И Анюта тоже подтверждает. Открою ее. Мы будем съесть. Да, я знаю. Да, моя деточка. Ну а что делать? А что делать? Едем. Вот здесь мы отмечали Надин день рождения. Отвратительный ресторан. Просто ужасно. Просто не ходите туда. Если вдруг будете, вообще, вообще не очень. Куча стройки, много стройки. Небо, смотрите, какое оно затянутое. Не солнышко, ничего. Пасмурно сегодня. И завтра ждем снег. Точнее, сегодня уже ночью. А куда ты? Пойдем туда. Быстрее. Быстрее, там придется в горку идти. Там тоже. Ну, как хочешь. Ладно, пойдем сюда. Вот еще одна площадь. Мы же тоже гуляли. Мы вниз идем, да? Да, я тебе говорю, надо туда идти. Я просто сразу понял. Вот. Потом понял. Потом как понял. Ой, она тоже тянет губки. Только что тянула. Любовь, ты какая! Ходим в центральную улицу. Вообще здесь классно ориентироваться по горам. И я вообще ориентируюсь по высоким домам. Ну и горы тоже. Ой. Мы уже почти дошли. Последний рывок. Ты вообще не устал? Не устал? Я тоже. Но я же ничего не тащу. Привыкаю к этой горе. Да? Ну, это же замечательно. А мы все идем. Все идем и идем. У нас магазин пешей доступности. Минут 20, да, спускаться? Не, ну да, да, наверное, да, минут 20. Ну, обратно чуть-чуть. Дольше. Ну, плюс мы никуда не спешим. Еле-еле идем, глазеем везде. Все рассматриваем. О, там, вот видите, уже снег на вершине. Там был. А, да? Ой. Я такая голодная. Так, хочу есть, я только завтракала. И кофе попила. Ой. Детей, главное, дети сыты, и то. Мы сейчас возвращаемся на свежем воздухе. Ваня, конечно, хочет есть маленький очень часто. Говорит, мама, я проголодался. Я говорю, ты перед выходом поел. Я хочу еще. Поэтому я ему сейчас быстренько с Анечкой чечевичный суп сварю. Ну, чечевицу. Сейчас в двух кастрюльках. Все, будет одинаковый рецепт, только у Ани без ничего, без никаких специй. А у Нюшки со специями. Он уже и соль, и перец, и сушеный чеснок. Ну, в общем, всего по чуть-чуть. А Анюту я сделаю постный, без ничего. Ну, постный в плане специй. Уже дома.
В общем, зашли в китайский магазин. Покажу, что взяли. Взяли... Вот это, Ваня, набор. Какой ты взял? Да, мне насадки. У меня дома есть набор, но не хочу их возить туда-сюда. Хочу, чтобы здесь был и там. Взяли вот такую вот папку, чтобы у нас здесь все документы лежали в отдельном месте. Так вот мне открываешь, и сюда все, и все, что нужно, складываешь. Можно будет хранить. Да, все будет в одном месте, потому что сейчас контракт там, контракт сям и так далее. Дальше шторы мы их сейчас снимем, потом. Потом, да. Да, потом снимем и наденем на них кольца. Крючок будет у нас закрываться, все хорошо, и тюль подойдет. Вот мы взяли такие золотые, плюс крючки, но там сделана такая ниша, что не видно будет вот этого всего. А по цене выгодно было брать именно вот эти. Там Ваня взял еще стопор для ванной комнаты, чтобы постоянно дверь стучит об плитку. Ну, хотя бы так, знаете, защитить, чтобы не разбить плитку. Суперклей. И я взяла себе чехол, потому что мой уже начал желтеть, и я решила взять с шнурком. Сейчас поменяю. И можно будет надевать. Получается, мы в китайском больше ничего. Теперь вот это нужно все определить куда-то. Вот мне клей нужно сразу заклеить. Я сейчас вот только это и сделаю. Дальше разобрала я сумочку. Сейчас покажу. Взяли такой вот сотейничек маленький, второй. К нему есть крышка, и она как раз подойдет на вон тот сотейник, который на плите стоит. В таких я обычно готовлю Ане еду или молоко разогреваем. Это очень удобно. Взяла маленькую кастрюльку. Потому что не хватает мне, например, макароны, рис, гречку сварить, что-то в маленькой кастрюльке, вот тоже с крышкой. Взяли недостающие крышки для посуды, которая у нас уже есть. Дальше взяли увлажнитель воздуха нам в комнату. Что у детей у каждого свой, и нам в комнату, и плюс нам еще подарят, будет стоять у нас здесь в зале. Я об этом уже рассказывала, что сохнет очень кожа и губы. Дальше взяла плавленый сыр, буду готовить суп, моцарелла для салата, фета для салата, лапша для карри, кокосовые сливки для карри, вот такой вот взяли... Горчица, помидорки, спаржа, сельдерей. Сейчас буду супчик готовить из чечевицы. Потом у нас фарш, куриное филе и куриный окорокань, 4 штуки. Болгарский перец. Дальше хлеб, бумага для выпечки, пакет салата, сырные такие вот палочки. Такие вот кукурузные палочки, бульон. И фисташки. Ну и по сладенькому тоже все прошлись. То, что хотел для себя взял. Я лично ем вот этот черный шоколад с орехами. Этот черный шоколад с апельсином. И киткат тоже черный шоколад. Ваня взял себе и вот это, и вот это, и вот это. Вот это я взяла Ванюшки с черным шоколадом. Это тоже я могу есть. Вафельки с черным. Стараюсь молочный не брать, а по максимуму брать именно вот не со сладости, то, чтобы черный был шоколад. У нас Ванюша с удовольствием черный именно ест сладости. Ваня взял себе попкорн, будем сегодня что-нибудь смотреть, вкусный, карамельный, о, и Бэймис. Мы как будем сегодня использовать, когда покушаем, как кино. Да. Кино будет, самолеты мы будем смотреть. Да, выключим свет, и будет у нас... С балконом этим. Да. А что мы можем включить, как после еды? А мне надо попробовать это. Нет, не надо сейчас ничего открывать. Я сейчас все уберу. И капсулы кофе взяли. Все, эти у нас уже были. Это вот с молоком взяли. Все, вот такая вот закупка. Ваня, сейчас будем кушать. И загрузила стирку с сушилкой сразу. Ваня, сейчас я приготовлю быстренько еду. И будем кушать. Ты просто голодный, сыночек. Now it's time to marinate. And we're left with it done.
К детям готовлю еду. Ваня сходил за нашей едой. И мы будем пробовать. Не сказал. Горячий. Я еще хотел горячий заказать. Ну ладно. Будем. А зачем это? Это не надо? Ты это не будешь? Ты будешь есть? А что это? Имбирь? А, не, я имбирь не буду. Я тоже хочу имбирь. Вот Ваня заказал гиосас. Мы заказали лапшу. Даже лапша? Открой, пожалуйста. Да, прикольная, кстати, упаковка. Да. Такая вот лапша. Ух ты, какая-то по-другому выглядит с курицей. И вот такую вот вкусноту. То, что мы сейчас будем ужинать. Дети у нас поели. Теперь очередь наша. Так что всем приятного, всем приятного аппетита. Светочка. Мы только что досмотрели фильм. О, ты проснулась. Называется меню. Ну, смотрится очень интересно, просто в конце как-то концовка такая. Ну, да, непонятно. То есть ожидалось, что-то будет такое прям какой-то смысл, там, скрытый, там, я не знаю. Какая-то развязка интересная. Либо мы что-то не поняли, что скорее всего. Вот. Но, знаете, вот этот осадочек такой остался. Как бы фильм интересен, все смотрится, все классно, актеры классные. И в конце так, а чё вообще было? Вот. Ребятки, я пойду. Вот. Спокойной ночи. Я тоже пойду, ребят, монтировать влог. Что-то мы засиделись. Тоже сегодня очень поздно детей уложили. И фильм, естественно, посмотрели тоже поздно. Поэтому надо идти монтировать. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока. Анюта, твой первый снег. Темно. Ангелочка можно сделать. Ну, снег такой твердый. Да, твердый. Живу, я проводила. Вот, детки.